Приветствую вас. Пока что очень похоже на то, что вы просто боитесь близости с своей девочкой, боитесь сближаться, вот, боитесь отношений пока что. Вот, есть такие вот у вас проблемы с личными границами. Вот. И, соответственно, я думаю, что на этот момент нужно обратить внимание. Это первое. Второе, ну, понятно, что у вас есть такие вот перепады настроения, да, и, соответственно, тут нужно смотреть, из чего они возникли, вот, то есть, что вы упускаете, ну, просто что вы упускаете. Я имею в виду, какой элемент какой элемент своих чувств здесь опускается. Вот. И это, ну, тоже нужно, на мой взгляд, ну, поисследовать, из-за чего у вас они чувства, я имею в виду, меняются. Вот. Ну, там, соответственно, дальше уже можно будет смотреть, что и как, да, дальше уже можно будет смотреть, в каком направлении вам, ну, двигаться. Вот. Вот, я думаю, такая примерно история, я думаю, такой примерно момент. Вот, и дальше, соответственно, уже можно будет смотреть, можно будет как-то, ну, корректировать ваше поведение и вам помогать. Вот. Кроме того, судя по тому, что вы пишете, пишете вы о том, что значит, не чувствуете себя важным и цельным, ну, важным и нужным девушкам. Вот это тоже скорее такое вот, ну, ваше мироощущение, ваше такое чувство, и как мне видится, есть определенных проблем здесь с недостаточностью вашей. Вот. Ну, более детально и подробно можно это будет поисследовать на консультации личной. Вот. Поисследовать этот момент можно будет и понять, что именно вас, ну, что именно вас беспокоит.
Вот. Такой вот ответ. Надеюсь, это было полезно. Если понравился он вам, буду благодарен за его оценку. В качестве лучшего я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом.